Меня как православного христианина всегда интересовал вопрос лицемера в условиях опасности кончины. Не отказался я от веры, всегда под впечатлением был услыхав, как наши единоверцы гибли, имя Христа не предав, не продав, и их подвиг во веки веков незыблем. Хоть и не все они стали святыми после, многие жизнь в раю заслужили со зверем в бою, а про скольких мы и не знаем вовсе. Но что же вижу я на Иле в Украине? Нашлись те, кто легко веру предав, надели рясы золотые и создали антихриста анклав. Теперь в прикрытии фашистской власти они насилием, грабежом остатки веры давят христианской, выслуживаясь пред антихристом. Слуги зверя правят в ЕС и США, мечтают разрушить православную веру. Все те, кто предал московский патриархат, переодеться спешат, борясь меж собой за новую бизнес-сферу. И лишь народ Украины страдает всегда, отстав и потеряв истинную веру. Не могут они принять навсегда единство душ славянской православной веры. Веры. Всегда под впечатлением был услыхав, как наши единоверцы гибли. Имя Христа не предав, не продав, и их подвиг во веки веков незыблен. Хоть и не все они стали святыми после, многие жизнь в раю заслужили со зверем в бою, а про скольких мы и не знаем вовсе. Православной веры.